14 апреля 2012 года, время 11:04, вот мы здесь, 3 часа почти, что 2,5. И за это время каждый из нас, вот с подругой мы собирали на этой площадке, и вот туда, в центрифуге, собрали по 2000 червей. Ну, собирали мы их как в мешок, как я вам уже показывал, и вот так по 100 штук в каждую коробочку. Вот сейчас здесь 100 штук дендробиен, видите, какая она, а здесь штук 20 выползков, они такие белые, у них полоски чисто не видно, но видно, что они тут все возрастут. Вот. Ну и здесь я еще не собрал, как видите, достаточно много дендробиена. А вот следы здесь вот такие, все в этих следах. Вот такой пейзаж, все здесь испещено следами, как видите, уже почти полдень. Вот, а они продолжают мигрировать, никуда не прячется, хотя можно было прикопаться. Вот здесь вот второй, который, и компост, который здесь на поверхности лежит, но тем не менее они продолжают куда-то ползти. Ну еще часик пособираем как раз до обеда, и, наверное, всех мы соберем сегодня. Ну и вам таких же успехов. Вот дендробиенок, вот таких вот выползков. Ну, выползки сегодня первый день появились, до этого их еще не было, а все остальные 13 видов дождевых червей эстонских еще пока спят. Вот даже дождь, а около дома я пока ни одного червя не видел. Обычно у нас около дома, где мы живем, их очень много тоже выползает, но пока еще спят. А наши, как говорится, европейцы, которые приехали из Германии и из Польши, вот дендробиена и выползок, еще раз, третий раз показываю, продолжают до 23 марта мигрировать, как говорится, в окружающую среду в радиусе 100-150 метров. Вот мы дошли почти что до забора, тут еще не всех пособирал. Ну, потом выйдем, здесь выползок еще один, потом выйдем за забор, там тоже несколько десятков штук на этой дороге мы соберем. Ну, еще раз желаю вам успехов, таких же, как и у нас. До свидания.